Добрый день, дорогие дистанции и уважаемые гости! Ассаламу алейкум! Мы приветствуем вас на гостеприимной дагестанской земле. В городе борцовской славы, городе Хасавюрте, на 9-м межконтинентальном турнире по лунной борьбе. В этом году в турнире принимают участие команды и участники из 12 стран. Давайте еще раз аплодисментами поприветствуем команду участниц. Дорогие друзья, для торжественного открытия межконтинентального турнира по лунной борьбе на нашу сцену приглашаются глава муниципального образования город Хасавюрт Акмазов Зайнутдин Толыбекович, министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Магомедов Магомед Юсупович, начальник отдела Федерации спортивной борьбы России, заслуженный тренер СССР и России Евгений Шамиль Тагирович, делегат Объединенного мира борьбы, судья олимпийской категории Ференц Горвати. Слово предоставляется главе муниципального образования город Хасавюрт Акмазову Зайнутдину Татаревичу. Уважаемые хасавюртовцы, уважаемые гости, уважаемые участники турнира, сегодня в городе происходит большое спортивное событие. Международный турнир «Пятый» по счету памяти всех великих борцов 19-20 веков. Грандиозное это событие с каждым годом набирает престиж. Это один из самых престижных турниров в России. Участники, призеры, победители этого турнира вступают в большой спортивный путь. Они становятся чемпионами России, Европы, мира и Олимпийских игр. Желаю всем участникам турнира спортивных удач, зрителям зрелищных схваток. С праздником спортивного всех! Слово предоставляется министру физической культуры и спорту Республики Дагестан Магомедову Магомеду Юсуповичу. Ассаламу алейкум, добрый вечер. От руководства Республики Дагестан и лично от себя приветствую всех гостей, участников, организаторов, многочисленных болельщиков, девятки, межконтинентальных, кубкам памяти великих прославленных борцов 20-го столетия. Как мы знаем, этот турнир один из значимых турниров на территории Российской Федерации. С этого турнира многие наши прославленные борцы получали путевку на чемпионате России, Европы, мира и Олимпиады. Этот турнир, как наш главный муниципальное образование Акмазов сказал, набирает авторитет и престиж, хотя по счету, как мы все знали, основа этого турнира, мы проводим его 20 раз, первые 3-4 турнира, они были вообще неописуемые, а сегодняшний открытие этого турнира, мне кажется, многие страны завидовали бы. Не во всех странах могут демонстрировать такую красоту, такую яркость, такой блеск открытия. Хочу в том же случае выразить большую благодарность муниципальному образованию город Хасавюрт, Шабибаше и Махану Дарнишевичу. Каждый раз, какие мероприятия спортивные не проходили на территории города Хасавюрта и также на территории Республики Дагестан, большая помощь, большое свое присутствие этот человек всегда давал для него. Хочу
выразить также большое спасибо, благодарность сыну Государственной Академии, сыну тем, которые приехали из Москвы. Сегодня тут присутствует представитель Фили. Большое благодарность, спасибо им тоже. Нашим борцам желаю продемонстрировать мощную и красивую борьбу, яркую, зрелищность водной борьбы. И все, каждый, и гости, и наши могли понимать для себя, а что это в тюрьме находится, братство и дружба народа Российской Федерации и целой планеты. Желаю зрителям приятного провождения времени, и в турнир прошел такой впечатлительный, неизгладимый форму. В легальную, что в карту у нас находилось, у нас свои впечатления в турнире. Большое спасибо. Слово предоставляется начальнику отдела Федерации спортивной борьбы России, заслуженному тренеру СССР и России Шамилю Тагировичу Ибрагимову. Уважаемые жители Хасавюрта, Республики Дагестан, спортсмены и гости, прибывшие на это уникальное соревнование в Мекку вольной борьбы не только России, но и всего мира. Разрешите поздравить с открытием этого традиционного турнира и пожелать всем участникам отличного выступления. Все мы сейчас стали свидетелями уникального открытия соревнований. Сколько мы не участвуем, наши спортсмены, России, не выезжают на международные соревнования, официально соревнования, что-то такое подобное мы никогда не видели. Вот это кланик, это все достояние Республики Дагестан. Я думаю, что в спортивной борьбе этот источник достояния вольной борьбы республики, оно пополнится в этом новом олимпийском цикле. Вот этой галереей великих спортсменов, которых просто невозможно перечислить в это короткое время. Я уверен, что борцы Дагестана достойно будут представлять, как и представляли ранее, Республику Дагестан на всех официальных международных соревнованиях. Желаю всем удачи и благополучия. Слово предоставляется делегату Объединенного мира борьбы и судье олимпийской категории Феликсу Блаватти.
Российской Федерации и Республики Дагестан. А сейчас, дорогие друзья, приятная церемония награждения. Глава городского округа город Хасавюрт Ахмазов Зайнуддин Дадалекович, за проявленное мужество и смелость при восхождении на Эверест присвоил жителю нашей республики Кадиасову Рашиду Геннадьевичу высокое звание почетный гражданин города Хасавюрта. Также присуждена денежная премия. Мы приглашаем Рашида Геннадьевича сюда, на спортивный пост, за наградой. Команда Дагестана завоевала 7 медалей. Команда, костяк которой состоит в основном из жительниц города Хасавюрта. Всероссийское общество «Спартак» наградило министра спорта Республики Дагестан юбилейной медалью за поддержку в проведении этого фестиваля в течение многих лет. Магомед Юсупович, вам вручается памятная награда. Почетные награды вручаются сегодня Саид Паше Дарвишевичу Умаханову. Вручают председатель собрания депутатов Казбековского района Геристанов Геристан Магомедович и представитель Шаримского района Единоводолет Гаджия Сулов. Проигрывали, разочаровывались. Это международный турнир проводится для того, чтобы
дальнейшем на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы завоевывали хорошие места и медали. Первое место не всем попадается, кому повезет. Ну, желаем успехов всем, удачи. А вот это самая большая награда мне. Это Казбековский район, мой родной район. Родной район, у меня очень много разных наград, но это самая большая. Спасибо Казбековскому району, главе муниципального образования и всем. Здоровья. Ассаламу алейкум, уважаемый джамаат. Посмотр речь идет о Сагитхаше Умаханове. Хорошо скажу. Разносторонна и легендарно одаренная личность Турана-Татия Тимо. Вот здесь там говорили, что Сагитхаше Умаханов является родителем лучших, чем голоса и дистанция на самом высоком смысле этого слова. Человек-легенда, который прославил Асайдовный Дагестан во весь мир спортивному поприще, когда самые судоносные дни Дагестана, когда международные террористы, когда хотели захватить Асайдовный Дагестан, он проявил истинным начальником, военачальником, искусством стратегии и тактики, организовал народ, значит, крепким полом, он провалил заветная мечта наших врагов. Дал истокового уважения этому подвигу и этой победе великий президент нашей страны, Путин, давай высокую оценку союзницам и давай высокую орден, значит, почета. Сагитхаше сказал, Сагитхаше Умаханов, убили в самых тяжелых и трудных местах. Вы подходили до места, но не лучшее. Вы дали известный план укрепления мощи российского государства, укрепления мира и спокойствия, значит, на Кавказе. И как политик и государственный деятель скажу, много лет назад я присутствовал в этом прекрасном турнире, и недавно от меня сидел, и глубоко уважаемый, и видный государственный и политический деятель советского времени Шамиль Шампалов. Он сказал, если такие люди, как Сагитхаше Умаханов, убили во главе республики, то Дагестан бил бы по авторитету и по уровню масштабности небеса. Мы, жители Шарийского района, значит, условно выражаем спасибо Сагитхаше Умаханову за его, значит, такое условное отношение, значит, к нашим районам. Он сказал, мне очень нравится район, который носит имя имама Шамиля. Люди Шамильского района, истинные мусульмане, и которые свято, значит, шах имам. Эти люди сохранили достоинство, честь, совесть дагестанского народа. Дорогой Сагитхаше Умаханович, жители нашего района, значит, глава уважаемый Магомед Асланов, значит, вас наградил. Уважаемые братья и сестры, действительно, это район, уникальный район, это Шамильский район, это район, который носит имя нашего лидера, нашего имама, нашего руководителя и человека, который прославил на весь мир кавказцев. Я ими горжусь, это люди, которые имеют я, на мою совесть. И на сегодняшний день, который осталась самая чистая вера и чистые люди. Это у нас Шамильский район. Спасибо. Спасибо за это. Командующему парадом увести парад.
сейчас на сцене воткинские коллективы города Хасавюрта и Хасавюртовского района. Хореографический ансамбль «Дружба», хореографический ансамбль «Хасавюрт», муниципальный хореографический ансамбль «Эхогор», государственный ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана» и заслуженный артист Российской Федерации Тагир Курачев.
спортивному комментатору Феликсу Прилипскому. Так, уважаемые друзья, мы от судейского корпуса лично от себя поздравляем всех участников, гостей и дагестанцев с замечательным началом нашего турнира. Дальнейшая наша программа. Сейчас будут схватки за третье место в каждой весовой категории, потом финал, и через две весовые категории будет награждение. Вот сейчас буквально через минут 10 порядок проведет подиум, и мы начнем захватывающие схватки, зрелищные, чтобы вы радовались. Наши ребята будут показывать вам очень зрелищную борьбу. Спасибо. Thank you.
завтра где-то Ты когда видишь, да, как ты мне показывал? Очень попрошу, да. Он не знает пароль. Представитель Карачаево-Черкесской Республики Хусейн Суюк.
мастер спорта международного класса. Аркадий Лукасов получает серебряную медаль, диплом второй степени и 100 тысяч рублей Хусейна Суричева. Золотую медаль в этой весовой категории завоевал представитель Кабардино-Балкарской республики, город Нальчик, Тимур Бизоев. Его награждает заслуженный тренер Советского Союза, начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России, кандидат педагогических наук Шадин Кагирович Неврединов. Он награждает также тренера-победителя Арсена Закуева. Денежные премии в размере 50 тысяч рублей. Выступает мастер спорта международного класса из Касавюрта Рамазан Ферзалиев. Школа имени Ермакханова. Тренер Алхазур Николаев. Ферзалиев – бронзовый призер международных турниров «Алиалиев» и «Памяти Шамиля Рамханова». Победитель чемпионата России среди студентов. Зелебхан Абакаров выигрывал молодежное первенство России. Он представляет также Масавюрт, спортивный клуб ЦСКА. Тренеры Зелимхан Гусейнов и Ислам Калаев. Thank you.
России чемпион Рамазан Ермаханов. Приветствуем. Заслуженный тренер Советского Союза Аркадий Букасов. Приветствуем. И главный тренер сборной команды Казахстана, заслуженный тренер России, двукратный чемпион Советского Союза Майбек Юсупов. Бронзовые медали весовой категории до 61 килограмма завоевали Улыбек Жолдызбаев, Кыргызстан, город Бишкек, призер чемпионата Азии Ирианин Эмиев, город Хасавюрт. Награждаются бронзовые медали, дипломы, денежными премиями. Вручает им Майбек Юсупов награды. Денежные премии в размере по 50 тысяч рублей каждому. Вторую ступеньку пьедестала почета приглашается Рамазан Фирзалиев. Школа имени братьев Ермахановых. Награду ему и вручает ему Аркадий Букасов. Заслуженный тренер Советского Союза. Серебряная медаль, диплом второй степени и денежная премия в размере 100 тысяч рублей. Рамазану Мирзалиеву. Победителем турнира в этой весовой категории стал представитель Хасавюрта ЦСКА Зелимхан Абаканов. Его награждает олимпийский чемпион Рамазан Ермаханов. Золотая медаль, диплом первой степени и высшая денежная премия 150 тысяч рублей вручается Зелимхану Абаканову. Рамазан Ермаханов награждает также Зелимхана Гусейнова, подготовившего победителя в этой весовой категории. Денежная премия в размере 50 тысяч рублей. Поздравляем всех призеров, 61 килограмм и фотография на память. Отметка справка о том, что Магомед Ибрагимов травмирован и не может продолжать борьбу. Победа присуждается Славету Аллаху Азербайджан. И мы сразу приглашаем призеров на построение. Нам очень приятно, что в этом награждении организаторы соревнований решили, как говорится, предоставить право одеть медали и вручить подарки нашим призерам. Выдающимся спортсменам, олимпийскому чемпиону, заслуженному мастеру спорта Мураду Умаханову и заслуженному мастеру спорта чемпиону Европы победителю Кубка мира Мураду Рамазанову. Мурат Рамазанов первым будет вручать медали бронзовым призерам данной весовой категории 65 килограммов. На третью ступеньку пьедестала почета приглашаются Разанбек Жамалов, Дагестан Хасавюрт, и Аздаур Таваев, Дагестан Хасавюрт. Бронзовые медали
дипломы в третьей степени и денежные премии в размере по 50. Из города Кизляра, школа имени
Шамиляру Махану, тренер Гаджира Сида. Лучший результат Курра Магомедова. Первое место в международном турнире Гран-при Александр Медведь этого года. Синим трико. Заслуженный мастер спорта, чемпион мира 2015 года в Лас-Вегасе. Магомед Расул Азимагомедов. Дагестан, Махачкала. Школа Абдурашида Сутулаева. 15 лет занимается борьбой у тренера Ислама и Ильдара Рашбудина. Просьба руководящего судьи готовит участников для награждения. Награждение приглашаем участвовать Рамазана Эрбайханова, Аркадия Гурбасова и Майербека Юсупова. После первого периода впереди Мура Курра Магомедов. 2-0 ведет. Еще 3 минуты борьбы. Еще раз просим Жолдасбекова, Имеева, Ферзалиева, Макарова и Зелимхана Гусейнова пройти на построение. Еще раз напоминаю, что Курра Магомедов буквально и еще два балла. 6-0. Буквально недавно, это 16 сентября в городе Минске, на турнире Гран-при Александра, посвященного
великому борцу трехкратного олимпийского чемпиона Александру Медведеву завоевал золотую медаль. Гази Магомедов, чемпион мира позапрошлого года. В американском городе Лас-Вегасе. Последний минут на схватке. Гаджи Рашидов,
и Курабу Абдулаеву, два тренера. Еще раз имена лауреатов. Курбан Курбанмагомедов, первое место. Магомед Расул Гази Магомедов, серебряная медаль. Сайбула Алибулатов и Алибек Акбаев, бронзовые медали. Тренер Гаджи Рашидов. Алихан Жабраилов, красный прибой из Махачкалы, Динамо. Тренер Имам Мирза Алиев. Заслуженный тренер России. Его секундирует. Лучший результат Алихана Джабраилова. Победа на международном турнире Али Алиев. Барановский, команда Польши, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, призер многих международных турниров. Я ему говорю. В том числе турнира Али-Али и двух победителей двух турниров Польши. Его секундирует заслуженный мастер спорта, призер, серебряный призер Олимпийских игр и чемпионата мира Юсуп Абдусаламов. Давайте поприветствуем. Главный тренер сборной команды Польши. Потом
так много смотреть. Вот. Точно не помню, не могу утверждать, но нам кажется, что мне часто, что борцы боролись недавно в Грозном. Высокий, да? А какой был результат? Покажи войну. Понятно. Вот тогда Барановский выиграл эту схватку. Так что пока. Ну, посмотрим, еще время много. Возможно, начали раньше, но посмотрим. Секунданты, садитесь, пожалуйста, стоять нельзя. Хотя бы очень важные. Идет последний минут схватки. Приглашается Збигнев Баранов.
Радомский, Польша. Участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, призер международного турнира «Алия-Алии». Победитель дважды турнира в Лондоне. Анвар Магомед Гаджи вручает на серебряный медаль, диплом и денежную премию второй степени. Победителем турнира стал Алихан Жарнаилов, Махачкала. Его награждает делегат Международной Федерации борьбы Феликс Германтин.